буквально с утра на следующий день, 8 числа, были организованы работы специалистов всех уровней и всех направлений на территории села Белый Яр. Буквально в здании сельского совета были специалисты МЧС, Пошнадзор, прокуратура, паспортный стол, служба соцзащиты, все специалисты районной администрации по направлениям, все работали здесь для того, чтобы оказать помощь конституционную и помощь в оформлении документов, для того, чтобы можно было обратиться за первичной помощью и помощью по утрате, помощи по нанесенному ущербу. То есть это, я говорю, 15 тысяч рублях, которые полагаются на каждого пострадавшего, и 20 тысяч рублях семьям, которые получили частичный ущерб, и полное сгорание, полный ущерб до 50 тысяч. Оформили и получают это пособие 15 115 человек уже. И 55 человек обратились за первичной помощью в размере 20-50 тысяч рублей. В этот же день, 8 числа, был организован пункт сбора и раздачи материальной помощи. Это надо было видеть. Люди передают для пострадавших все. Это и одежда, и товары первой необходимости, это и постельное белье, и одежда вот самого различного размера, уровня. Это, правда, это надо было видеть масштабы этой помощи. Мы использовали для этого помещение. Буквально все завалено. Привлекли не один десяток людей для того, чтобы все это можно было сортировать, разбирать. Ну и вот по настоящее время это все раздается.